Чё, нормально все? Телефон перезагрузил пока. Wi-Fi здесь нормально ловит. О, майка. Да, майка прикольная. Тоже нравится. Дизель. Чё? Пять висят. Процесс, процесс в процессе. Все нормально. Грудка. Сейчас еще минутку и. Так, сейчас. Не прет. Знаю, что не прет. Здесь прет. И здесь тоже не прет. Так, я пойду посмотрю, что я вдруг. О, Вася, ништяк. Ну, все готово. Видно? В общем, как-то так. Что, есть кто здесь живой? Нет? Или все висим? Нет, грудку. Так. Какая-то трансляция тухлятина получилась. Бесит этот, блядь, связь и телефон. Да, посмотрел скрины, спасибо. Ничего так. Так что... Почему? С приправы? Вот приправа, все есть. Все приправы здесь. Вот. Все как полагается. Ну, там рис, тарелочки. Вот она. Грудка. Здравствуйте. Привет. Приятного аппетита. Чё пуля? Ага, где пуля? Вчерашняя фотка. Да здрав будь вчера. Снял. Привет, спасибо. Сейчас пойдем тащить. Грудку. Сейчас этот рис, блядь, наварится наконец. Да, по-моему, одинаково, честное слово, блядь, одинаково особо. На тефали, не на тефали, блядь, вот она такая же грудка получается. Ну, я не только грудки ем, я вообще два торта сожрал. Вчера один и сегодня уже один. Птичье молоко с халвой. Загрузился немножко. Некогда было с утра готовить. Вот я торт сожрал целый. Да нормально. Вот видите. Это самое. Загрузился немножечко. Качество не пострадало.
Говядину не очень. Да, еще один остался. Я вчера 3 взял. Блять, надо было больше брать. Птичка с халвой. Птичье молоко с халвой, мой любимый тортик. Прям заходит на ура. Ладно, не дразнил все. Блин, такие катакомбы здесь. Такой вид, блин, вообще жесть. Не, вот так, так вид покруче был, да? Вот так. Кухня. Вау, вот такой вид лучше. Да ладно, что слезы пускать? Вон, поднялись с перекресток, взяли парочку, троечку тортиков, хлобысь. И ништяк зашло. Вот. А у меня тоже медовый от Павыча, вообще огонь. Вот два торта могу есть, медовый от Павыча и это, птичье молоко с халвой. Но не всех производителей. В такой прозрачной упаковке с красной этой бумажкой. Вот. Вот от Павыча этот, как его, с халвой, вообще божественный торт. А другие дерьмо. Ну, либо который сам можешь. Там медовичок. Медовичок можно самому забабахать. Где Дима? Дима в Алексе сегодня. Вот. Димона нет. Пирожное из грудок. Да, Димон в Алексе тренирует. Понедельник, среда, пятница. Здесь вторник, четверг, суббота. Упс, что-то заебнулось. Эх. Так. Торт из гречки? Да нахер этот торт? Здорово, здорово. Ну вот здесь вон, там где-то бегает. Не, голубика нет. О, кстати, мне сегодня привезти должны были. Фруктовый пунш мне модерн нравится. Бля, что с этим? Что-то рис какой-то долгий, падло, надо, блядь, поменять. Вообще уже задрал. Долго варится. Это какашка эта рисовая, блядь. Уже грудка остынет. Я поздно сегодня встал. Третий прием пищи. Желе. Смотря какое желе. Я встал в 12 часов, в первом часу. А, в смысле, сейчас что, не ем грудку? Ха-ха, прям здесь. Да не, я пойду там сяду. Воды нет, я там водички возьму, это самое, запивать. Тархунчик какой-нибудь. Или лимонадик, что-нибудь такое. Ну, поем нормально. Нет, я вместе не ем. Мне не нравится вместе есть. Я сначала грудку съедаю, потом рис. Я запивать надо. И сейчас все сделаю. И пойду там в баре поем. Морс, да. Я когда куда-нибудь в кафешку, если в ресторанчик иду, все время там... Периодически либо чай, либо морс. Морса, да, это круто. Так, что у нас там с рисом? Чай, ребята, это. Рисик-то. Попробую рисик. Квас, да, квас тоже мне нравится. Я, кстати, в Таиланде с
товарищем там ходили в кафешку, там на пляже Найхарн продается квас. Бля, такой классный, вообще огонь. Я прям там несколько бутылочек как всосал. Написано прям русский квас. В Таиланде русский квас. Очень вкусный. Сейчас я его вытащу. Ебаный рис. Домашний? Ну, я тоже домашний. Бабушкин. Бабушкин домашний. А бабушек уже... Бабушки уже не делают. Блин, я чуть не успел прочитать, между чем разницу. Доброго времени суток. Привет, привет, народ. Да по вкусу только разница. Вот. Немного по вкусу, может, есть разница. Я особо не парюсь по поводу риса. Есть дерьмовый рис, откровенно, который, блядь, херово варится, весь слипается. Блядь, ну, вот это дерьмо ужасное. А вот есть рис, там, вот этот, например. Ну, этот мне тоже, кстати, не очень нравится. Я его купил, потому что там не было другого в пакетиках. Там другой есть, по-моему, басмати, что ли, или жасмин. Вот басмати, жасмин нормальный. Вот они мне нравятся. Да, блядь, ну почему? Да ем я гречку, ё-моё, ну что вы? Ну, хочется вот сейчас мне рис. Потом буду есть гречку, будете кричать, что почему постоянно гречка, блядь. Все периодами. Сегодня рис, завтра рис, а послезавтра гречка, может. Так что у каждому свое. Картошка я тоже люблю жареную. А, ну, не знаю. Гречку ел на этой неделе тоже. Ел гречку. В субботу. В ту субботу гречка была. В данный момент рис Аквамикс. Басмати, жасмин мне нравятся. Вот такие вот рис мне нравится больше. Макароши 150 лет не ел. На макароши не стоит. Вашпе не стоит на макароши. Хотя, может, это... Может, и... Ем как-нибудь. Мне не нравится макарон. Наверное, я их не умею готовить. Ладно, ребят, я пойду, быстро поем. У меня еще много рабочих моментов. Нет, свинину я люблю. Филе. Свинюшку вообще огонь. Вот. Все, ребят, на тренировке тогда включусь. Ох, ёпта, уже время 6 часов почти. Через 3 часа я поем, потом еще раз поем, потом пойду тренироваться. Сегодня адский тренинг, да. Спасибо, ребят. Спасибо. Короче, сегодня будем ставить... Задача поставлена 270 на 5 сесть. Ох, не знаю. Главное не обосраться. Все, ладно, давайте.